Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 3, и сейчас отправляемся по новому заданию в подземку под городом. По-моему, нам сюда и надо. Посмотрим, как у нас получится захватить форт. Одна из 11 найдена, вау-вау-вау. Помнится, тут надо было зажигать фонари, чтобы не потеряться. Это будет зависеть во многом от тех, кто их поведет. Человек скромного достаточно. Коннор, этот туннель ведет в нужный вам округ. А, адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Значит, потерять немного здоровья можно. Лучше пройти в стелсе. Скорее всего, меня запалят. Я даже прятаться особо не буду. Плюс добираться достаточно. Хренушки, вы меня догоните. Жалко, у меня нету дротиков берсерка. Кстати, оставаться незамеченным я до сих пор не запорол задание. Может, здесь? Готов стрелять! Он у меня на мушке! А, ну эти, понятно, вспомнил. Время еще есть. Блин, да сколько ж вы будете идти сюда? Хотя бы немножко пройду. Ну заходи, мне... Блин, если б я знал, что мне наверх, я бы незамеченным прошел бы. Да и во время уложился бы, скорее всего. Теперь и во время не уложусь. Восемь, семь, пять, четыре, три, два... Говно! Ты придурок! Ну а ладно.
Так, за Чарльзом Ли бежим. Нифига его оглушило. Я не в состоянии сражаться. Надо избегать часовых. Как же ты будешь убивать Чарльза Ли, если ты не в состоянии драться? Где ты, Чарльз? Его нет. Не надейся одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Что-то я не уверен в этом. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Себе право судить. Решать, что я и Орден вредим миру. Как же его... Все, что я тебе показал, все, что сказал и сделал, доказывает... Ну, Б нажать, чтобы парировать атаку, а дальше... Мы не тронули твой народ. Окей. Мы хотели объединить эти земли и поддержать мир. Под нашей властью... Ничего себе, он там скачет. А патриоты не обещают того же. Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что Орден нас приводит понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество, благородные черты. Надо было убить тебя раньше. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать. Все же не успел. Так, ну что, 11-я часть закончена.
остался, по-моему, один человек там на... Из тех, кого нам надо убить, хотя... Не, по-моему, все же один. О-о-о. Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли. Все-таки остатки игры нам в Нью-Йорке оставили погулять. Мы пришли почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь. Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен. Силы разобщены. Скоро придет черед лидеров-патриотов. Они покорятся нам или погибнут. А когда он успел побриться? Он отослал меня. В тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. А, то есть это какое-то время все же прошло. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь. Не сейчас. Нет. Сперва. Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу дотла твой дом и поджарю на углях головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет и смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Увидите. На что ты надеялся? Вали их! Убейте его! Я не специально их убиваю. Как бы тут по другой причине. Весело. Эти такие самые более-менее сложные. Ну, типа сложные.
куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром. Че, пойдем заплатим, чтобы нас никто не искал? Почему у меня такое красное свечение, как будто ему плохо, но... Он, наверное, в ярости, знаете, типа это... Побрился и... На кораблик-то далеко плыть. Надеюсь, это нормально так плыть, потому что там был корабль в красной зоне. Может быть, его можно было угнать и подплыть на нем. Интересный корабль, как ковчег. И здание на нем. И всякое остальное. Главное, не пались. Зачем ты так делаешь? Почему он не может вот там вот руками перебирать пониже? Вот тут, да. Я ж не хочу их без нужды убивать. Меня попросили. И я не могу тут залезть, да? Вот серьезно. Вот так вот. Нет, так делать нельзя. Ну лезь ты куда-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И это называется Assassin's Creed. Ну окей, лезь как тебе удобнее, мне все равно. Проделаю этот путь еще раз. Все равно не палит. Ну а теперь он тут спускаться не хочет. И я еще и нашелся вот здесь, да? И тут нету стражи. Это логично. Я все равно недоволен всем этим.
подойдут. Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет. Прошу. Мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Ну, лишь бы не упасть, а. Ай, не могу удержаться. А ну вернись, ты! Куда ты собрался? Вернись! Ну я к тебе подползаю. Не убивайте без нужды, 15-15 убито. Ну да. Ровно так убил. Хотя, может быть, 15 это еще не лимит, и можно. Ну, как бы 15, в смысле. Если больше 15, то да. Если 15, то это нормально. Почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. Не вступая в бой, да, но капитана убили. Нам в ту сторону. Боюсь, надо быстрее. Можно было бы подойти к этому более продуманно, но да ладно. Сейчас в таверну, наверное, отправляемся. Он, по-моему, когда на лысо подстригся, сразу капюшон перестал носить. Или я просто не уследил за этим, когда мы были в запретной зоне на корабле. Так, куда мне? Бостон, Бостон, Бостон. Знакомое место, по-моему. Что-то нужно, милый? Нет. Грубиян.
чем могу служить? Сами знаете. Простите. О, боже. Я не люблю терять время зря. Перестаньте. Я стражу позову. Один звук и умрешь. Что вам нужно? Он в гавани. Скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал. Сказал, что уедет из страны. Я думал, он перегибает палку. Похоже, нет. Спасибо. Ну хорошо, что в Нью-Йорк, в гавань не надо возвращаться, чтобы Ли найти. Самое время, чтобы поваляться в стогу сена. Тот самый порт, где мы начинаем игру за отца этого Конора, который безбожно лагал. Ну, хотя он и сейчас должен лагать, по идее. Что, с ума сошли? За что? Я ведь инкогнито на самом деле, они по мне стреляют. Как некрасиво. Ну, я думаю, он в самом конце тут вообще бессмысленно искать. Хотя, оно бесконечно. Я просто привык к четвертой части, что постоянно оно вон он не может быть активно и... Страшно. Погоня. Интересно, они, ребята, как я тут сокращу дистанцию, если меня завалили, я... Ай, надо поверху бегать. Неприятное ощущение проигрыша. Куда вы хотите, чтобы я быстрее бегал? Куда? Горит-то все. Ну ладно. В чем дело? Я тут не могу забраться. Что-то я не то делаю явно. А, все, вижу. Только я теперь не могу поменять. А, отлично, могу. Десинхронизация. Скорее всего. Может быть и нет.
Ну, вы видели это. Теперь мне некуда прыгать и... С самого начала. Да, вот этого я и хотел. Да, да, да. Бом, теперь он убежит больше, чем на 50 метров. И одно мне не засчитают. Синхронизация. Замечательно все. Идет нахер. Ну вот, как-то он быстро удаляется в этот раз. Думаю, вообще не догоню. Такими темпами-то. Ну да, вот где вы встали, замечательно. Сука ёбаная, ненавижу пидорасов. Чтоб вы умерли все. Это я о игровых персонажах и этих ситуациях. Лучше бежать понизу, иначе они не будут стоять и отстрелять по мне, а подбегут где-нибудь здесь, где я уже не смогу увернуться от них, и все. Ну хотя бы это все видели уже. Очень доволен этой пробежкой. Сейчас будет еще один несчастный случай. Быстренько, быстренько, Коннор, он же убежит. Чтоб у меня было еще время на внезапное падение, если вдруг что. Вот тут главное по балке, да, да. Хорош. Ну и чё, встал? Мана напускают-то, вот надо его отключать. Хотя уже последний Ли остался. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Разрушишь один план, мы породим новый. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. Ну, с такой скоростью до начальника порта мы идти будем долго. Без лестницы подымешься? Почему он постоянно сейчас так ходит? То у него какие-то покраснения, сейчас... Анимация из Assassin's Creed 4, когда Эдвард пьяный. Тяжелая ночка. Угу. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно.
Только попросите. 100 тысяч. 100 тысяч фунтов. Говори, и я пойду копить, чтобы убить Чарльза. Это будет офигенно. Нет? Ну ладно. Все нормально ходишь? Ух, слава тебе Богу. Все, не знаю как вы, а я немножко подустал, сделаю передышку и допройду уже эту игру, так что увидимся в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр, удачи, пока, увидимся.